это чё? Скорее заходи в новую игру от Геранда, про танки. Там ты можешь как проходить миссии в одиночку, так и сражаться с другими игроками, прокачивать и перекрашивать танки, снаряжать их различными бустерами, убивать боссов и многое другое. Ссылка в описании. Мы с моим другом давно пытаемся. Ты, кстати, знаешь КБ-44? Выберусь отсюда. Не получится. Послушай же. Я найду способ. Я же яйцо дракона ради тебя продал. Где же мне искать КВ-44? Есть кто дома? Еще одно движение, голема, я снесу твою тупую башку, а из твоего железа сделаю себе наковальню. Стойте! Я с миром пришел! Ну, конечно! Вы не знаете, где может быть сейчас КВ-44? Что ты сейчас такое сказал, житель Майнкрафта? Ну, большой зеленый голем такой, КВ-44. Не знаем таких. Постойте же, я ведь видел, как вы сбежали тогда. Я вас вспомнил. Не мы это. Послушайте, КВ-44 сейчас в большой опасности. Я должен помочь ему попасть обратно в его мир. Мы впали тогда в полнейшую панику. Ехали, куда глаза глядят. Так и заблудились. Месяцами прийти в себя не могли. Потом кое-как обосновались. Не хотим только покоя. Хватит с нас приключений. Как вы можете так говорить? КВ-44 столько боролся, столько пытался попасть в свой мир. Конторобу, как я понял, бесконечно сильно нужна ваша помощь. А вы испугались и собрались отсиживаться в этой избе? Скажите хотя бы, видели ли вы его? Вообще-то мы можем отследить его. Нет. Да ладно, генерал. Действительно, от нас сейчас многое зависит. Ну ладно. Отлично! Идем скорее! Можешь пару часов отдохнуть. Да, это он. КВ-44!